В ассортименте метадон, опиум и каннабис. В Малиновском районе правоохранители задержали преступную группировку, которая занималась продажей наркотических средств. Бизнес организовали 55-летняя женщина и ее 38-летняя дочь. Товар они хранили в своей квартире. Ежемесячно преступницам удавалось продать до 1500 доз наркотиков. На этом женщины зарабатывали около 400 тысяч гривен. Из-за увеличения количества клиентов правонарушительницы привлекли к преступной деятельности двоих знакомых 43 и 48 лет. Во время расследования было проведено 22 обыска. Из жилища наркогруппировки изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, наличку и черновые записи, вероятно, с данными клиентов. За результатами слідчих дій, шістьом фігурантам вже повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів у складі організованої групи. П'ятьох з них затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.